Всем привет! У нас появляется совершенно новый автомобиль Kia E5 2023 года выпуска. Данный автомобиль оснащен полуторалитровым двигателем, который выдает 156 лошадиных сил. Давайте пробежимся по комплектации данного автомобиля. У нас есть 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, складывание зеркал, отключение стабилизации, мультируль, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, штатная мультимедиа. С возможностью подключить телефон через Bluetooth. Также можем подключиться к CarPlay. Камера 360. В неплохом качестве. Также можно отдельно выбрать задний вид. И что происходит спереди, переднюю камеру. Также можно регулировать температуру через штатную мультимедию, выставлять необходимую температуру и также включать обдув. Есть кондиционер на вариаторе, передние подогревы сидений. Ну а если вас заинтересовал данный автомобиль, автомобиль находится в городе Казани, улица Беломорская, 69А. Автомобиль можно приобрести как за наличный расчет, так и в кредит. Будем все ждать. Всем пока!